Всем доброе утро! Это Дмитрий Некс и канал «Миграционные намерения». И сегодня мы мигрируем в сторону города Кувшиново для того, чтобы устроить там пенную вечеринку, а также провести световое шоу. Так что будет сегодня жарко, мы будем записывать все наше путешествие и как мы это делаем. Как обычно, будет интересно. Оставайтесь с нами и смотрите наш канал. Вот мы уже подъезжаем. О, ребята, уже боевой дух. Быстрее, быстрее, быстрее. Дверь не ждет. Да. Ожидает прямо. Че, соскучились по Кувшиново? Да. Это после поездки туда с Кувшиново стало моей второй родиной просто. Да, ну там реально очень круто. Да. Даже несмотря на дождь в том году, там такая жара была. Просто танцполе. Зажигалово было. Да, просто нереальное. Так что мы сейчас едем в предвкушении того, что будет еще круче намного. Так что оставайтесь с нами. Километров уже позади, осталось еще столько же, мы решили остановиться немножко, передохнуть, размяться и перекусить. Сейчас как раз время завтрака. Че, вы не спите? Че, готовы к приключениям? Приключения были готовы. Это точно. Мы приехали на место, сейчас будем уже все расставлять. Тут уже кое-что готово. Наши приехали с крышей, уже ее установили. Сейчас мы будем ставить свет. Ну а вечером будет пенная вечеринка. Влад, работать надо с улыбкой. Че ты такой хмурый? Это же не работа, а кайф вообще сплошной. Как же я люблю жить. Ну, Варфидель тут сегодня будет. А в принципе в том году тоже, по-моему, этот был. Раз, два, три, четыре, восемь, пять. 394. Раз. Раз. Раз, два, три, четыре, восемь, пять. 355. Раз. Раз. Ну вот последний тест оборудования. И мы начинаем. Один, уже. Два. Нормально. Один, два. Раз, два. Чинно все там. Раз. Да, чуть-чуть левее, вот чуть-чуть левее. Вот, вот, вот так, да, да, стоп. Как так? Ну вот все готово, и у нас еще.
звук играет. Константин Аскабов. Его личный рекорд 340 килограмм становая тяга. Константин Аскабов, чемпион Европы. Друзья, 270 килограмм. Личный рекорд Константина Аскабова 340 килограмм. Тормозит меня мусор, прописки, мол, нет никакой. Но я отвечаю спокойно, мой адрес сегодня такой. Ленинград, это точка, лавовой.
Встречайте нас. Дорогие друзья, в нашем праздничном концерте принимали участие шоу-балет «Русский стиль. Город Кимры», ансамбль танца «Слава. Город Тверь», замечательные солисты Татьяна Гарбус. Под ваши бурные аплодисменты громче! Татьяна Гарбус, Марина Фролкова! Громче, громче! Елена Лебедева! Конечно же, несравненная Людмила Ростова! Прекрасный мужчина Александр Беневоленский. И, естественно, наш ведущий Константин Василевский. Спасибо, дорогие друзья. Мы надеемся, что наш концерт вам понравился. Отлично! Будете ждать нас еще раз в гости. Отлично! Тогда под ваши бурные аплодисменты мы провожаем артистов со сцены. И угадайте, что сейчас будет. Да-да-да, кажется, кто-то здесь сказал, что будет, что, пенная вечеринка? Да, совершенно точно. Наша пена уже бурлит, она готовится. Наша пушка уже на взводе и готова к бою. Наш диджей сейчас поставит свое оборудование, и мы начнем. Немного терпения, дорогие друзья, буквально 5 минут. Вы готовы подождать 5 минут? Отлично! Тогда через 5 минут прямо здесь мы устроим настоящее пенное шоу. Да, надо как-то. Е-е-е. Вы готовы, нет? Да! Еще громче, Кувшинова! Да! Молодцы!
Работаем тоже.
вечеринка для вас специально от Фазенда Промо, друзья. Они привезли для вас гору пены. Thank you.
яркая вечеринка удалась от Fazenda Promo. Мы снова сделали жару на танцполе. Если вам понравилось, подписывайтесь на мои видео, смотрите на мой канал. И заказывайте вечеринку к себе домой, в свой город. Хотите такую же жару, пожалуйста. Мы всегда рады вам помочь. Fazenda Promo, провайдер вашего праздника. Таким был очередной жаркий вечер от Fazenda Promo. Спасибо, что смотрите это видео. Кувшинова, вы просто супер. Спасибо, что вы пришли на нашу связь. Очень круто. Отдельное спасибо администрации города. Они сделали просто нереальное мероприятие. Это произошло все ожидания. В том году было круто, а в этом году 100 тысяч раз круче. Поэтому мы так довольны сегодня. Их, и в этом именно наше предназначение. Спасибо, ребята, что смотрите мой канал. Если вам понравилось, подписывайтесь и ставьте лайки. Приходите на наши пати и тусуйтесь с нами. Всегда будет весело и так же жарко, как сейчас. И даже жарче. Так что
Следите за анонсами наших мероприятий. Следующее будет в августе 2016 года. На мой день рождения будет грандиозная вечеринка. Так что ждем всех. Будет жара, снова жара. Приходите. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Самое интересное еще впереди. С вами был Дмитрий Некст и канал «Миграционные намерения». Всего доброго, пока! We'll be right back.